Здравствуйте, мои неимоверные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Сегодня буду делать освещение на тему, что он хочет вам сказать, передать. Разговор с его душой, возможно, важная информация, которая раскроется в этом разговоре, действительно вам будет нужна для понятия вообще ситуации, что между вами происходит, чего от него ожидать, каких действий ожидать. В общем, будем смотреть все, что раскроет сегодня Вселенная по поводу вашего мужчины. Пока вы настраиваетесь на него для того, чтобы войти в один энергопоток, и я как можно больше информации считала о вашей паре, представьте его рядышком, дотроньтесь до него физически, ментально, без разницы. Как? Ощутите тепло его тела. Даже если вы никогда не были вместе, это не имеет никакого значения. Вы же можете визуализировать и представлять это здесь и сейчас. Пока вы настраиваетесь на него, я хочу пригласить вас подписаться на мой бесплатный телеграм-канал. Ссылочку сейчас здесь добавлю. Кто не успел пальчиком нажать, не волнуйтесь, в закрепленном комментарии будет ссылочка также. На этом канале я ежедневно делаю освещения, которые не выходят в YouTube. О планах, мыслях мужчины, чего от него ожидать, действия, советы Вселенной, как вам выйти с определенных ситуаций, исполнится ли желание и очень много других интересных тем. Также много информации о рунах, рунических ставах. Я вас направляю, как вы можете создавать свою реальность, не жить в ожидании исполнения желания, а создавать свою реальность такой, чтобы не нужно было даже загадывать эти желания. Подписывайтесь, буду вам безумно рада. Также приветствую моих новых подписчиков и благодарю моих постоянных подписчиков за то, что вы со мной. За личными освещениями пишите мне в личку, в Инстаграм и Фейсбук, ссылочка в закрепленном комментарии. Что же, давайте познакомимся. С парой, которая пришла ко мне, я хочу познакомиться, посмотреть, в каких вы энергиях пребываете и что сейчас между вами происходит для начала, и будем раскрывать основную тему. Мужчина, называйте дату его рождения и имя. Вы называйте дату вашего рождения и ваше имя. И посмотрим, в каких энергиях пришел сегодня мужчина. Вы называйте свое имя. Что между вами? Мужчина. Вы, что между вами? И дополнительно на вашего шикарного красавчика. Будем раскрывать, смотреть, что сейчас между вами. Закрытие идет конкретное. Возможно, не общаетесь. Возможно, кто-то из вас, например, поставил блок. Либо же он в блоке, либо же вы в блоке. Либо же даже ментально вы закрываете. Не знаю, либо же он закрывается от вас, либо же вы. Тут здесь информация идет основная энергетика пары, но здесь в любом случае, возможно, вы закрыты сейчас, потому как находитесь на разных расстояниях, да, даже если вы смотрите на мужчину, который за соседней стенкой, собственно, здесь вы в любом случае сейчас закрыты от общения, либо если общаетесь такими основными фразами, но, естественно, не подпускайте к себе, да, здесь есть определенные ограничения. Какой мужчина пришел сегодня ко мне? Пажи кубковый. И также в энергиях короля жезлового. Ой, еще отшельник, девчонки. Ну, смотрите как. Вот перед людьми он себя представляет как король жезловый. Такой горячий, сексуальный, быстрый. Здесь мужчина действительно очень быстро выполняет определенные дела. Быстро передвигается. Здесь он такой вот огнище. От него исходит очень горячая, страстная энергия. Но на самом деле он идет в энергиях также пажа кубкового. То есть здесь он на самом деле мальчишка. Мальчишка влюбленный. Мальчишка, который носит образ своей красотки длинноволосой, которой есть буквально крылья. И она держит этот кубок, да, сердце буквально его в своих руках. Но с ней сейчас у него нет общения от слова совсем. По карте отшельник здесь я ношу тебя в своих мыслях, я постоянно ношу твой образ. То есть я не забыла тебе, ты постоянно со мной рядышком. Но здесь нету физического контакта, да, то есть ментально. Я вижу, что он носит ваш образ. Угу, да, здесь прямо знак зодиака указан. Я знаю, что... Хочу, чтобы вы увидели этот знак зодиака. Вот. Фиксируется, не фиксируется. Здесь в любом случае обозначение есть знака зодиака. Здесь, да. Мужчина ваш, конечно, очень интересный человек. Знаете как? Думает о своей деве. Что у вас? Ой-ой-ой, девочки, что у вас?
Вот кто-то, знаете, как собирался куда-то в дорогу, дорога не свершилась, либо же планы по поводу дороги изменились, девочки. Какое-то определенное разочарование произошло. Возможно, вы как-то строили одни планы, но дорога даже может свершиться, но иначе не так, как вы планировали. Здесь, возможно, встреча с друзьями. Здесь, возможно, пошли вы в магазин, да, в магазине продукты, которые вы хотели купить, например, закончились. Даже вот до таких вот мелочей Таро показывает. И я максимально раскрываю. Возможно, кто-то планировал дорогу в этот момент, рейсы отменили, либо же погода испортилась, и вы вроде бы так и вы двинулись туда. Но пришлось, например, либо снежные сапоги обувать, либо же как-то там машина в дороге поломалась. Ну вот, девчонки, до таких вот подробностей, до таких мелких нет смысла мне сейчас обосновывать, потому как освещение общее, здесь каждый должен слышать свое. Девчоночки, а что между вами? Сейчас идут очень судьбоносные перемены в вашей жизни. И я вам могу сказать, что очень многие, кто расстраивался по дороге, которая связана конкретно с мужчиной, потому как у вас много, у каждого разные варианты, то здесь вот зря вы расстраиваетесь. Здесь показывается, что эта ситуация должна была случиться, и по колесу фортуны здесь будет либо же новое движение ваших отношений во что-то новое, либо же это будет завершение как бы ваших отношений. Слушайте, давайте сейчас, наверное, раскрывать, потому как я считаю, это очень важный для вас вопрос, и вам очень важно увидеть, в какую же сторону колесо фортуны повернется, потому что, знаете, это как рулетка. Никогда не знаешь, в какую сторону и чего ожидать. Карты тут же перевернулись у меня, да? Угу. Но мы сейчас все наведем в нужном направлении для того, чтобы получить ответы на все вопросы. Давайте же раскрывать, в какую сторону, как минимум, да, колесо фортуны в ваших отношениях-то развернется. В продолжение, либо же это конец, возможно, это пауза. Что нам расскажет Таро сейчас? Да, по карте смерть здесь у очень многих действительно будет либо же конец отношений, либо же вообще обнуление и выход на что-то новое. Потому как здесь изображена как смерть, так и беременная девушка. Возможно, кто-то действительно смотрит, кто в скором времени забеременеет, либо же кто-то уже, кто очень-очень скоро родит ребеночка. Об этом тоже есть информация. Так, ну да, и карта, и смотрите, знаки зодиака вижу, Дева, Скорпион. Уже каждый знает, слышит свое, возможно, по Солнцу, возможно, по Луне, возможно, по Асценденту. Не факт, не обязательно 100% у всех должна быть эта информация, но то, что есть, то, что есть. Так, в какую сторону-то ситуация изменится? Опять, слушайте, смерть. Колесо фортуны, вот мешай, не мешай, здесь конкретно Всевышние силы взялись за вашу пару для того, чтобы, ну давайте уже покажите, в какую же сторону, тут уже я же сама разволновалась. Так, мечта ваша. Ну, я вижу, что здесь действительно кто-то станет мамой. Здесь кто-то мечтает стать женой по карте императрицы. Это та, которая несет ответственность. Здесь ситуация изменится между вами в празднике. По тройке кубков это какое-то веселое времяпровождение. Какой же там у вас праздник будет? У каждого своя информация. Но карты говорят, что все изменится в праздничное время. В какую же сторону оно изменится? Боже мой, я уже сама нервничаю. Карта маг, карта суд, боже мой, одни старшие арканы, что происходит? На протяжении длительного времени вы ждали проявления от этого мужчины, фу, девчонки, можно выдыхать, все в порядке. Ой, вот это, конечно, напряг, не знаю, я просто ощущаю ваш этот накал, девчонки. И вы прям меня слушали, знаете, вот с замиранием. Сейчас все расскажу. На протяжении длительного времени вот ваши отношения, возможно, развивались, возможно, опять, знаете, какой-то цикличный круг, можно сказать. Вот вы прямо смотрите и уже говорите, да что такое, опять все сначала, опять какое-то повторение наших отношений, опять повторение, очень сильная связь ментальная. Здесь как будто бы закручивает в этот круговорот постоянный, и никак он не мог решиться. Но здесь показывают карты, что здесь мужчина возьмет буквально в свои руки, он здесь выходит в энергиях рыцаря жезлового, то есть такой действенный. Здесь мужчина проявит действие в вашу сторону в праздничные дни и осуществит ваши желания, девчоночки, которые вы уже давным-давно имели. То есть это не какое-то новое желание по поводу него, это то, что уже было
между вами на протяжении длительного времени очень многие уже как-то взвешивали, а уже исполнится, либо же не исполнится. Здесь по карте маг также идет информация, что вы сами создаете свою реальность, вы сами управляете как бы своей жизнью, поэтому в какую сторону вы направите, да, свои мысли, в какую сторону вы направите энергию Вселенной, так она и исполнит. Для Вселенной нету легких, сложных заданий, исполнимых мечт, да, мечт. Кто называет это мечт? А, кстати, тут и меч есть. Не просто так, девчоночки, информация идет про меч, не знаю, озвучиваю, вы знаете, о чем идет речь. Но Вселенная говорит, что я в любом случае исполню то, чего ты хочешь. И вот эти вот абракадабра слова, они просто так придуманы. Они прописаны на картах Таро. Вы знали об этом? Смотрите. Так что создавайте свою реальность, и вы получите результат. Так, хорошо, давайте посмотрим его чувства к вам сегодня. Будем раскрывать, так как сегодня я конкретно тему не ставила. Хочу вообще посмотреть, что его душа сегодня донесет вам? Твои чувства сегодня, красотки, которая смотрит мое освещение. Хочет и перемен в ваших отношениях. Ну, карта. Понимаете как? В этой колоде карта влюбленная. Но это карта настоящей истинной любви. И здесь у вас действительно повенчали уже небеса. Вот его чувства. Я хочу встретиться, я хочу увидеть тебя, и я хочу, чтобы ты была моей женой. Вот прям так и никак иначе, девчоночки. Прям можно сказать, вам горько, и вас благословили небеса. Что он хочет вам передать? Вот это он вам и говорит. Что еще ты хочешь передать? Так, что-то он там хочет рушить. О, слушайте, так он отшельника своего и хочет рушить, который выходил на сигнификации. Хочет разрушить это состояние отшельника, так. Обновить ситуацию, обнулить по карте дурак. Вау, классно. Ну, а делать ты это будешь, а то ты так красиво все хочешь. Да, говорит, свою мечту буду исполнять. Девчонки, будет исполнять свою мечту? Будет. Как бы сложно ни было, как бы вот показывает вас в энергии звезды. Возможно, вы далеко на расстоянии от него. Возможно, вы вообще такая яркая по жизни. Для него вы звезда, для него вы другая. Он говорит, ты просто прорвала весь мой мир, в котором я был, в котором я существовал. Ты абсолютно другая, не похожая. Здесь, возможно, у вас разница идет. Либо же в возрасте, либо же в языках, в религиях, в приоритетах. Вообще во взглядах на жизнь. И вы смотрите как-то на мир свысока, девчоночки. Вот вы обладаете определенными знаниями, которые не даны каждому. Что еще он хочет вам передать? Ты мой мир. Вот ты мой мир. Вот кроме тебя больше никого не вижу. Не вижу, понимаете как? Он вас видит и звездой, и миром. Возможно, здесь по миру нужно будет преодолеть мужчине расстояние между вами. Даже если вы живете рядышком, у вас все равно разные взгляды на мир. Но здесь кто в ссоре, здесь он говорит, что хочу помириться. Так, еще что хочешь передать? Он будет действовать, девчоночки. Вот, и карта перевернутая вышла. Карта, да. Вот это вот состояние, когда он не действовал императором, да, потому как по восьмерочке жезлов перевернутая эта карта движения, быстрых действий. Но здесь не было раньше от него таких, он себе был императором, потому как я уточнила, к чему эта карта перевернутая. Ну, потому что есть настоящая искренняя любовь, которая идет на дне колоды. Вот как бы он не игрался, да, в самовлюбленного такого, ну вот, все должны мне кланяться, я такой упертый, как баран просто, и вот вы должны мне прийти, вы должны мне озвучить свои, знаете, как мысли. Нет, ваш император влюбился. И здесь он уже, это, знаете, кнопочка выключить императора уже сработала и больше не активна. То есть император больше уже не включается в нем. А почему? Давай расскажи. Давай больше раскрой нам. Ты знаешь, говорит верховная жрица карты. Говорит, тебе уже сказали, ты уже знаешь эту информацию. Эта информация по карте Луна, знаете, глубокая. То есть это не та, которая сейчас видна вашим глазам. Но тем не менее, он говорит, это сейчас как бы, да, определенная тайна, но на самом деле по женским, да, определенным энергиям вы ощущаете, вы чувствуете, вы знаете. Я знаю, что ты меня все равно любишь. Вот очень многие прям это и говорят, потому что вы чувствуете это где-то изнутри, да, это душа вам шепчет, как бы разум там не доводил вам абсолютно другую, да, информацию, возможно, иные детали, у тебя же нет подтверждения в реальной жизни, а душа говорит, он
любит тебя. И вот и все. И больше не нужно никаких подтверждений. Давайте посмотрим, что Вселенная хочет вам передать в данный момент по поводу вашей ситуации с мужчиной. Угу. Она говорит, ты все чувствуешь, ты все знаешь, ты любима им. И на самом деле все твои ощущения, они правдивы. Вот слушай свою душу. Душа тебе говорит, что есть на самом деле, без подтверждений, тебе они не нужны. Но тем не менее, в скором времени ты получишь подтверждение и в реальной жизни. Да, то, что раньше для тебя казалось, да, закрытые глаза, нереальным, ты могла к этому прикоснуться только через другие миры, через другие источники. Скоро ты будешь держать его в своих руках. Ну, отлично. Давайте посмотрим еще, каких действий от него ожидать, да, от мужчины. Ну, выходит король жезлов. Будут действия однозначно, девчоночки. Как минимум здесь будет разговор, потому как вы выходите в энергиях королевы мечевой, то есть здесь та, которая будет коммуницировать. Да, девчоночки, здесь будет действие, здесь будет движение от мужчины. А давайте спросим Вселенную, а нужно ли вам как-то к нему проявляться первой? Давайте так. А, девчонки, знаете, как могу сказать? Очень даже да. Вот если вы прочувствуете этот определенный позыв, знаете, да, вы можете проявляться к нему первым. Я не могу сказать, что нет. И здесь идет карта девятка кубков и десятка кубков. Не обязательно, что в реальном мире вы ему будете писать сообщение. Вы же прекрасно с ним можете общаться на ментале. Вы же можете ему передавать информацию от души к душе, да, через энергии. То есть Вселенная говорит, не закрывай этот поток, дай ему свою любовь. Уже кто как будет давать любовь, кто как для себя почувствует, понятно, что душа подскажет. И здесь, знаете, идет информация о том, что на протяжении длительного времени вы уже получаете информацию, и очень многие ею пользуются и знают, о чем сейчас я говорю. Поэтому здесь идет информация о том, что проявляйтесь в реальной жизни, если считаете это нужным, да, здесь нету слова нет, либо же здесь ментальная связь очень сильно, дарите ему свою любовь, давайте, дайте ему знать, что он любим вами, и это энергия, энергетика, она считывается еще намного больше, даже чем слова, поверьте мне, он получит подтверждение, либо же через сны, либо же в реальной жизни, знаете, от души к душе, это настолько четкая, истинная, светлая, прозрачная энергия, когда ты не можешь сомневаться в этом, ты просто знаешь это, и все. Вот такое вот необыкновенное освещение сегодня у нас было. Благодарю вас, девчоночки, кстати, за донаты. На эти деньги была куплена эта колода карт. Что такое донаты? Это поддержка финансовая в развитии нашего канала. Либо же, если вы хотите лично поблагодарить меня, вы также можете это сделать. Ссылочка в закрепленном комментарии. Знаете, что Вселенная вам вернет все в тысячи раз больше. Благодарю вас за ваши лайки, за ваши комментарии. Вы ими очень поддерживаете меня и помогаете развитии нашего канала. Вы мне постоянно желаете прекрасного развития канала. Мне лично шикарные такие поздравления отправляете, пожелания. Хочу, чтобы все и обязательно оно вернется вам в тысячи раз больше то, чего вы желаете мне. Желаю вам шикарного времени суток. До встречи на моих остальных видео. Пока-пока.